Сегодня объявлено о результатах служебной проверки, которую провела Федеральная служба безопасности в связи со скандальным поведением выпускников Академии ФСБ. Окончание учебы они отметили массовым заездом по Москве на арендованных гелендвагенах и сами потом выложили видео в сеть. На кадрах, кстати, видно, как три десятка дорогих авто нарушают правила дорожного движения. Возмущение граждан руководство спецслужб посчитало справедливым и, как сообщается, приняло принципиальные персональные решения. Будущим разведчикам, чьи лица уже увидели сотни тысяч интернет-пользователей, изменят условия прохождения службы. Кроме того, наказание понесло и начальство учебного заведения. К нему применены строгие меры дисциплинарной ответственности. Несколько человек уволят, других уже понизили в должности.